Всем привет! В эфире «Универ Ньюс», в студии Михаил Салимшин. И прямо сейчас мы расскажем вам о самом главном. Рустам Миниханов подвел итоги республиканского конкурса инновационных идей. Кто стал победителем? Главы двух республик посетили Казанский федеральный университет. Казанский федеральный университет организовал благотворительный концерт. 14 декабря в Москве состоялась большая пресс-конференция президента России Владимира Путина. Пресс-конференция является традиционной для президента и не является предвыборной. Вся страна следит за тем, что скажет Владимир Путин и как он ответит на вопросы журналистов. На этой пресс-конференции появились новые темы обсуждения. Сирия, Алеппо, Турция. Словом, журналисты хотят узнать, что ждет нашу страну во внешней политике. Напомним, что выборы президента России состоятся в марте 2018 года. А мы продолжаем. Президент Татарстана Рустам Миниханов принял участие в торжественной церемонии награждения победителей 13-го республиканского конкурса «50 лучших инновационных идей для Республики Татарстан». В этом году на конкурс поступило около 2000 заявок. Среди победителей конкурса было много представителей Казанского федерального университета. Проекты ориентированы на решение проблем научно-технического, экономического, социального и гуманитарного развития республики. Подробнее мы расскажем об этом событии в следующем выпуске. А сейчас коротко о главных событиях этого вечера. Поощрение лучших инновационных идей стало для нас хорошей традицией. За 13 лет конкурс превратился в одно из значимых республиканских событий в сфере инноваций. Интерес к мероприятию продолжает расти. В текущем году на конкурс поступило 1864 заявки. Отрадно, что география участников расширяется и охватывает не только города и районы нашей республики, но и регионы России, а также есть зарубежные страны. На протяжении последних лет мы ведем системную работу по адаптации нашей экономики к текущим вызовам в области создания инновационной и инвестиционной инфраструктуры для ведения бизнеса, формирования благоприятных условий для открытия производства и транспорта технологий, а также воспитание собственных дарований и притока интеллектуальных кадров. Временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан и президент Республики Татарстан посетили симуляционный центр Казанского федерального университета. Каковы цели визита, удалось выяснить Адели Шамиловой. 14 декабря временно исполняющий обязанности главы Республики Дагестан Владимир Васильев посетил Казань в целях ознакомления с инновационной инфраструктурой города. И, к слову, Казанский федеральный университет стал одной из первых точек посещения в плане визита. Встреча призвана повысить качество взаимных внутренних коммуникаций в республике и способствованию налаживания партнерских отношений. Владимир Васильев в сопровождении президента республики и проректоров Казанского федерального впервые открыл для себя и симуляционный центр Института фундаментальной медицины и биологии КФУ, который уже успел прославиться не только в пределах страны, но и даже за ее пределами. Особенности медицинского образования в КФУ, в частности, технологические возможности института, вызвали у гостя большой интерес. Также делегаты были впечатлены результатами деятельности инжинирингового центра медицинской науки, расположенного на территории симуляционного центра. Несомненно, все увиденное произвело очень хорошее впечатление на делегацию. Даже президент республики отметил технологический, претендующий на мировой уровень работы симуляционного центра. Каждый из присутствующих на несколько минут смог почувствовать себя студентом-медиком и попробовать свои силы в работе с виртуальной больницей, где функционируют различные виды медицинской помощи, самые разные виды операций, которые студенты тренируются осуществлять, обучаясь сложным медицинским манипуляциям. Гид по «Альма-Матер» завершился посещением Музея истории Казанского федерального. Здесь также Васильев посвятил внимание науке, исследованиям и открытиям научным школам, которые принесли университету всемирное признание, а также участие университета в общественно-политической жизни страны. Аделя Шамилова, Роман Самарин, Универньюз. Делегация Казанского федерального университета во главе с ректором Ильшатом Гафуровым посетили Кировскую область. К чему привела эта встреча, узнаешь в сюжете. Казанский университет расширил партнерство с Кировской областью в образовании, науке и трансфере технологий. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров и губернатор Кировской области Игорь Васильев подписали соглашение. Это очень важные события в жизни нашего университета.
так как наш университет является ведущим научным образовательным центром Приволжского федерального округа, и работа с субъектами, влияние на их развитие – это прямая обязанность Казанского федерального университета сегодня. Предыдущий документ, подписанный в 2012 году, свою функцию выполнил. Совместные шаги предприняты в рамках развития медицины и педагогического образования в регионе и федеральном университете. Я хочу отметить, что у нас развиваются очень успешные отношения и сотрудничество с педагогическими вузами, структурами Кировской области на протяжении последних лет. Мы проводим совместные исследования. И тот факт, что примерно 30% публикаций Вятского государственного университета за последние два года сделано в области education, и практически все они сделаны в кооперации с Казанским федеральным университетом. Делегация Казанского университета в рамках подписания соглашения посетила Кировскую область. Особо хотел бы отметить, что педагогическое образование в Кировской области сейчас тоже переживает переломный этап, потому что бывший педагогический вуз влился в состав классического университета. То, что у нас произошло 6 лет назад. На встречу с губернатором удалось договориться и о лимите на оказание высокотехнологичной медицинской помощи. Встреча завершилась совместной пресс-конференцией, на которой стороны огласили возможные варианты сотрудничества. Еще один интересный момент, который, безусловно, заинтересовал наших партнеров, это развитие наших собственных лицеев, лицея имени Лобачевского, IT-лицея. Практически, наверное, всего лишь два вуза в России имеют такое количество своих собственных общеобразовательных школ. Анна Глазунова, Андрей Багаутдинов, Универньюз. Для университета важно не только выпустить специалиста, но и найти ему применение. На состоявшейся конференции Ассоциации ведущих университетов обсудили возможности взаимодействия вузов и работодателей. Подробности в следующем сюжете. 14 декабря в Казанском федеральном университете состоялась конференция Ассоциации ведущих университетов взаимодействия с работодателями как условия качественной подготовки выпускников российских вузов. На конференции присутствовал Илья Дементьев, руководитель секретариата Ассоциации ведущих университетов. Встречал гостей первый проректор Казанского федерального университета Ясмин Зарипов. Конференция посвящена обсуждению партнерства вузов с работодателями. Основными темами стали модели стратегического партнерства, поддержка молодых специалистов, взаимодействие органов службы занятости и работодателей, а также спецпроекты, гранты и конкурсы для обучающихся. Каждый вуз здесь какие-то схемы свои изобретает, делает, налаживает какие-то бюджетные работодатели. Я хотел бы действительно наша сегодняшняя встреча послужила, может, и помогла бы какие-то единые подходы к этой проблеме. Тем более попытки такие делаются, но тем не менее они пока еще положительный результат не привели. Конференция призвана выработать общую стратегию взаимодействия вузов и работодателей, решить вопросы существующих проблем в направлении и исключить появление новых. Артем Тупичкин, Лев Халиуллин, Универньюз. 13 декабря в Институте геологии и нефтегазовых технологий КФУ состоялся благотворительный концерт по сбору денежных средств на новогодние подарки детям-сиротам. 13 декабря в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета состоялся благотворительный концерт. Каждый год в нашем институте мы проводили ярмарку. То есть мы готовили выпечку какую-нибудь, и студенты, как все знают, то, что студенты – это голодный народ, и они покупали. Это у нас очень масштабно проходило. На сцене института в этот день блистали уже знакомые всем ребята, которые выступали на сцене Уникса во время дня первокурсника или студенческой весны. Атмосфера вечера позволила гостям отвлечься от жизненной суеты и погрузиться в мир добра. Я желаю, чтобы вы через вот такие мероприятия, через всю жизнь пронесли это очень важное слово «добро». В этот день каждый желающий мог сделать пожертвование. Все вырученные средства пойдут на новогодние подарки детям-сиротам. Диана Шилова, Леонард Ультьяров, Универньюз. Такими были все новости на сегодня. Что будет завтра, вам покажет Универ ТВ. С вами был Михаил Салимшин. Увидимся. Пока.